Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в финалочку на сервере Roleplay, Центральный округ. Мой ник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте увидеть мой ник при регистрации. Итак, сегодня у нас будет тест-драйв вот такой вот замечательной машинки. Эта машинка принадлежит Дмитрий Кинг, он же Рики Гейм Channel. Я взял у него на тест машинку Porsche Cayman S, пацаны. Я не помню, сколько он его покупал, по-моему, либо за 5 миллионов, либо за 6, я честно не помню, но... Эта тачка очень даже прикольная, но на самом деле я бы ее сделал лучше бы оранжевой. Она в фулл тюнинге, если что, находится. Просто такая дерзкая, резкая тачка прям. Мне нравится на самом деле такой Поршик. У меня был такой Поршик, не буду говорить на каком проекте, ну, такая же моделька похожая, только кабриолет вроде бы у меня был. Кто помнит, тот пишет в комментариях, в принципе, да. Давайте заправим машину, так, 98-й. И давайте 74 литра заправим, все, полностью заправим бак. И поехали на нем рассекать. Прокатимся так немножко, посмотрим, что эта машина может. Давайте максималочку проверим. Так, 190, почти 200, уже 203. Ну, 203, короче, я разогнал. Но едет довольно-таки бодро. Цвет-то тоже ей, в принципе, идет, потому что, ну, золотой цвет, я думаю, нормально очень даже выглядит. Мне Porsche на самом деле не очень нравится, но этот очень даже симпатичный. Мне почему-то 911 не очень вот нравится. Вот старые Porsche, там Cayman, Boxster, вот такие мне нравятся. Такие симпатичные, такие машинки. Особенно Boxster тоже прикольный такой. Охуенная машина, короче, да. Блин, i8 у нас дрифтит, короче. Сейчас прокатимся. Ух ты, ё-моё. Вы это видели просто, пацаны? Это жесть. Что-то я такого раньше не видел. Типа какой-то блокпост у нас. Блин, ну круто, выглядит очень. А, ну да, со второго въезда тоже такая тема. Я не знаю, с чем это связано на самом деле. Но было бы интересно узнать. Кто знает, напишите в комментариях. Показать вам ничего не смогу, карпас там и так далее. Но зато мы можем посмотреть саму машину. Вот выглядит она очень прикольно. Ну, реально, мне нравится. Вот мне нравится, симпатичная такая машинка. Двойной выхлоп сзади такой, посередине находится у нас. Давайте салон, кстати, посмотрим от первого лица. Так, ну вот как-то так выглядит салон первого лица. Ну, какой-то непонятный, в точечку какие-то сиденья на самом деле. Ну, значок Porsche. Ну, салон, скажу себе, так себе. Внешне он более лучше выглядит. Какой-то салон не очень качественный и какой-то непонятный. Так, поехали дальше, прокатимся. Попробуем сейчас его на бездорожье, думаю. Он у нас какой привод? Полный или задний? Полноприводный у нас Поршик. В реальной жизни вроде бы как тоже он полноприводный, если я не ошибаюсь. Чуваки у нас тут на роусе стоят. Вот еще машинки стоят. Ну нормально, что. Там полигон, я так понял, находится военных. Надо будет, кстати, посетить его когда-то. Посмотреть что-то и как там. Так, ну, заедет он на эту горку или нет? Мне просто интересно. Так, да, он легко заехал, кстати, вообще, изи. Ну как легко, с напряжечкой, но заехал. Ну, хоть что вы хотели, Porsche полноприводный. Но, как по мне, он вообще красивый, очень красивый. Напишите в комментариях, купили бы вы себе такой Porsche, потому что, ну, колеса бы ему побольше, на самом деле, потому что, видите, арки большие. Колесики бы ему побольше, там, какие-то 22-е, может быть, и вообще было бы, я думаю, шикарно. Ну, задом, понятное дело, он заедет, я думаю. Хотя, блин, я не люблю эти тесты делать оффроуда и так далее, но... Не знаю, что еще проверить на этом Porsche можно, кроме того, как он ездит по бездорожью. Не, ну такая прикольная машинка универсала, универсальная, ничем не хуже, чем Bugatti, я вам скажу. По управлению, по скорости, такая резкая, дерзкая, быстрая, симпатичная. Ну и дешевле, конечно, чем, я думаю... Этот, как его, Bugatti. Ну, Bugatti сейчас, конечно, подешевее стали, потому что их много появилось на сервере. Но так они были редкие. И всего, по-моему, 5 штук было на сервере. Но сейчас, в принципе, заебись. Марина Родина какая-то. Ну что? Это кого-то я проезжал мимо, типа, их кто-то написал. Или этот админ меня что-то спрашивает.
Я реально без понятия. Ну ладно, поехали. Дальше прокатимся. И ну внешне эта машина очень даже симпатичная, я думаю. Вы со мной согласитесь. Такие вот жабры у нее есть. Ну, четенькая машинка, реально четенькая. У Димы это единственная машина. В принципе, ну, нормально так выглядит. Давайте вот здесь скриншотик можно, кстати, сделать. Только надо машину не глушить, чтобы фары работали. Вот так вот сейчас. Первого лица сделаем скриншот. Ах, просто бомба, реально. Смотри, какой выглядит. Ну, симпатично, блин. Вот Porsche симпатичная машина. Мне вот нравится, но не все Porsche. Мне нравится. Cayenne там, ну, такое себе. Лючок вот здесь находится. Диффузоры у нас такие. Ну да, ей бы колес побольше, и все, было бы шикарно. Жопа такая тоже симпатичная, как по мне. Да и сама машина симпатичная. Вот оранжевый Porsche поехал, кстати. Тоже Cayman S. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.